Итак, череда открытий образовательных объектов, стартовавшая в регионе накануне, продолжается. Сегодня праздник знаний уже в Сумже, Троицком и Нестеровском. Там открываются три новые школы. Накануне два общеобразовательных учреждения на 720 и 540 мест распахнули свои двери для школьников инарки. А в первом микрорайоне Малгобека новый детский сад на 190 мест. И это только начало. Дальше больше. На этой неделе в регионе запланировано открытие еще нескольких социальных объектов.